Always do, 没理由 只要你做我女友 谁都没机会 就要占据你的心 不会拒绝 So where are you? Come to my party 因为我知道你 才就是人群里的焦点 眼光太高不能怪我 要让大家看到你see我 当然这不全是我的目的 我要爱你的人都羡慕 没错请你接受我的表白 要知道我从不会被拒绝 我相信你和我是天生的一对 I'll be your big girl for Честно говоря, на этот раз я была удивлена его поступком. Я тоже была удивлена. Я бы никогда не подумала, что он так бережет своих фанатов. Это заставило меня изменить мое мнение о нем. Раньше он не знал, как заботиться о других людях. Но думаю, в последнее время он сильно изменился. Может, я на него повлияла? А ведь это так. Нет, я же просто шучу. Я серьезно. Он общается с тобой очень часто. Ты проводишь с ним время больше, чем мы с папой. Это точно. Но это моя работа. Я должна быть сосредоточена на нем. Всегда, когда он мне звонит, мне нужно быть на связи 24 часа в сутки. И мне нельзя опаздывать. Босси говорил мне, что вы ходили выпить в бар. Это из-за того, что я безнадежно хотела вернуть его в компанию. Но он отказался, так что мне пришлось вступить с ним в алкогольный баттл. Ты знаешь, его алкогольная игра очень слаба, и он легко напивается всего-то одним шотом. Но ему нравится вести себя так перед людьми, будто он хорош в выпивке. Я поняла это. Мой брат очень упрям, и он любит делать что-то, следуя своему характеру. Наверное, трудно быть его помощницей, да? Все не так плохо. Он весьма острый на язык, но со временем ты поймешь, что он такой же милый, как большой ребенок. Правда? У него еще сильная психологическая стойкость. Например, отношения с Угуном. Он ни в какую не хотел извиняться. Он даже устроил большой хаос. Компания почти махнула на него рукой. Ему по-прежнему все равно. На его месте я бы так не поступила. Он просто притворяется. Его разум так не считает. Он просто притворяется. Я не рассказывала ему ни о чем. Разве твоя компания не собирается продать его контракт? Мой отец подумывает купить его. Хорошо иметь поддержку от председателя Джена. Он получит свободное развитие. Но еще это значит, что он может заниматься только бизнесом. Он больше не будет петь. Почему? Это жизненный план, разработанный председателем Дженом. И это его единственный путь. Но Джен Босси любит только петь, другой его не интересует. Моему папе все равно на это. Пока он считает, что это хорошо, он будет заставлять своего сына делать это. Ему плевать, нравится это его сыну или нет. Все равно Джен Босси не может быть таким послушным. Потому что мой папа еще не был серьезен. Когда все напряжено, отец и сын на разных уровнях. Ему не победить отца. Значит, у Джен Босси тоже есть страх. Мне казалось, он совсем бесстрашный. Он просто притворяется. Когда Джен Босси был маленьким, он был очень застенчивым. И его часто запугивали. Но он говорил мне, что был царем у детей, и все его обожали. Это было только его мечтой и целью. В детстве он был невыносимым и очень застенчивым. Его всегда запугивали, и когда кто-то нападал на него, он бежал домой и звал меня. Тогда я выбегала, чтобы драться за него. Давайте вместе играть. Зачем ты издевался над ним?
Мы не можем играть вместе? Ни за что! Почему ты меня толкаешь? Зачем ты меня бьешь? И что? Ты заслужил! Сестра! Сестра! А, слабо выйти? Что такое? Что с тобой? Выходи! Давай драться! Ребята, как вы смеете бить моего брата? Я побью вас! Как вы посмели ударить моего брата? Когда я была маленькой, наши дни были не очень хорошими. Мой папа всегда был занят своими делами. Ему приходилось часто уходить на 10-15 дней. Дома обо мне и Баси заботилась только мама. Мама часто болела, поэтому она отправила меня в школу-интернат. Она сама заботилась о моем брате. Наш дом располагался в пригороде. Он был построен недавно, так что всегда отключали электричество. Когда отключали, мы зажигали свечи. Возможно, в тот раз мама забыла задуть свечи. В результате это вызвало пожар. Сгорел весь дом. К счастью, соседи спасли Басюэ. Но Бог забрал жизнь мамы. Басюэ тогда было всего 6 лет. Когда это случилось, множество журналистов пришли взять интервью. Они окружили его, чтобы задать вопросы. Так что это его напугало. Он мог только громко плакать. После этого у Басюэ страх огня. Он не может быть рядом и видеть пламя. Он отвергает и не любит журналистов из-за того, что был в тени случившегося. В детстве он был очень нелюдим и странноват. Друзей у него не было. Знаешь, он до сих пор ни с кем не встречался. Думаю, это из-за его личности. Он действительно не умеет общаться с другими людьми. И, конечно, еще это из-за папы. В юности папа учил его, что мужчина должен быть сильным и не должен признавать вину. Признание вины означает, что ты действительно не прав. Он и правда так себя ведет. Никогда не признает своей вины. Но я недавно узнала, что он сильно изменился. И это все благодаря тебе. Сестра Айжань, перестань шутить. У меня нет таких способностей. Поверь мне. Его поведение меняется, когда он говорит о тебе. Он раньше не упоминал при мне о каких-то помощницах, только о тебе. Тогда обо мне нет хороших слов. Ты права. Он всегда говорит о том, что ты не права. Но в итоге он все равно последует твоим мыслям и идеям, чтобы что-то сделать. Он такой человек, как у нашего отца. Острый язык, но доброе сердце. Они говорят одно, но делают другое. Ты увидишь, что он не серьезен и не шутит. Но в глубине души он очень хочет преуспеть во всем. Вообще, я надеюсь, он сможет заниматься тем, что ему нравится, и жить жизнью, которую он хочет. Пока он счастлив, этого достаточно. Но он чувствует себя счастливым только с музыкой. Ты хорошо его понимаешь. На самом деле он маленький ребенок, который очень любит музыку. Возможно, потому что я люблю музыку, я его понимаю. Сейчас ты очень важный человек в его сердце. Поверь мне. Привет. Почему вы здесь? Ижань. Разве ты не говорил, что не придешь? Кэсинь привела меня сюда. Ижань, давно не виделись. Привет. Ты помнишь меня? Да. Ты в прошлый раз сопровождала папу на вечеринке. Ижань, как всегда, прекрасна. Мы снова встретились. Вы знакомы? Да, мы познакомились в баре. Ведь так, помощница Ян? Здравствуйте, председатель Джен.
В чем дело? Ты в порядке? Аккуратнее. Посмотри. Зачем ты в это ввязался? Я помою это. Как ты можешь меня так крепко хватать, когда я в таком состоянии? Почему ты здесь? Как он может не прийти сюда? Ты самый важный человек в компании. Конечно, он должен тебя проверить. Да. Ого, я тронут. Давайте кто-нибудь из вас полежит за меня. Кассин тоже здесь. Тебе получше? Я увидела новости и испугалась. Я сразу же позвонила дяде Джену. И он сказал, что хочет тебя увидеть. Так что я пошла с ним. Я пришел только из-за Кассин. Дядя Джен очень беспокоится о тебе. Серьезных проблем со здоровьем нет? Посмотри, какой я сейчас. Думаешь, я в норме? Давай я покормлю тебя. Ешь. Я не голоден. Доктор сказал, когда тебя выпишут. Откуда я знаю? Дядя Джен, раз Баси в таком состоянии, прошу, перестаньте его ругать. Подождите, пока он поправится. Еще не поздно воспитать его, да? Кассин, только из-за тебя перестану его ругать. Спасибо, дядя Джен. Спасибо, папа. Бусюй, я завтра возвращаюсь в Америку. Я очень рада была познакомиться с тобой. Спасибо, что устроил мне самую счастливую вечеринку на день рождения. Мы можем быть друзьями? Конечно, вам нужно поддерживать связь. Нашему Басюю нужна хорошая девушка, как ты, направляющая его на верный путь. Да, я молю о друге, любящем мою музыку и поддерживающем мой сип-поп. Басюй, ты сказал все хорошо. Не разрывай с ней связь. Добавь ее в WeChat. У нее уже есть мой WeChat. Правда? Да. Помощница Ян, прошу, позаботься о Басюе. Спасибо. Это моя работа. Сестра, я больше не могу. Ляжешь сюда за меня? Ни за что. Босс Чен, сегодня две компании связались со мной и были намерены купить контракт Басюэ за высокую цену. Прыжок Джен Басюэ действительно сработал. Мы превратились сейчас из покупателя в продавца. Боссы, стоит ли рискнуть и повысить цену? Я собрал всех сегодня, чтобы обсудить, продавать Басюэ или нет. Конечно, мы должны его продать. Они сказали, сейчас цена повышается. Мы должны дать ему уйти. Босс Ма, я всегда была против продажи Джен Босюэ. Мне все равно, что ты не поняла этого раньше. Но это обстоятельство доказало, что он до сих пор ценен для нашей компании. Почему ты еще придерживаешься своей неверной идеи? Почему? Или это из-за того, что ты не можешь смириться со своей неправотой? Босс Ду, я уделяю внимание долгосрочной выгоде, а не на недавних доходах и убытках. Босс Чин сказал, что он бомба замедленного действия и взорвется в любой момент. Еще большинство людей в компании считают, что его уход – самое мудрое решение. Босс Ду, насколько я знаю, у тебя раньше было о нем плохое впечатление. Поэтому ты отвергаешь эту идею, чтобы бороться против меня. Из-за того, что я предложила эту идею, верно? Я никогда не поставлю на будущее артиста. Джен Бусюй не топ-певец в этой индустрии, и он часто приносит неприятности нашей компании. Но у него сильные задатки айдола. Особенно на этот раз. Он рисковал жизнью, чтобы спасти маленькую фанатку. И что это доказывает? Это доказывает его человечность. Нашей компании нелегко развить артиста. Мы потратили кучу времени и усилий, особенно на Джен Бусюя. Как мы можем так просто от него отказаться? И сейчас со всем этим СМИ перестали его игнорировать. Они даже назвали его образцом для подражания среди айдолов. Его имидж сменился с плохого парня на хорошего. Думаю, для него это отличная возможность улучшить себя как айдола-певца. Хорошее шоу, Босс Ду. Мне правда нужно достать тебе машину времени, чтобы ты увидела, как ты высказывалась раньше. Ты буквально ударяешь себя по лицу, думаешь, это круто? Босс Ма, ситуация изменилась. Наше понимание мысли должно поменяться. Это неправильно? Если мы будем твердо придерживаться нашего мнения, чтобы доказать, что мы всегда правы, что тогда это докажет? Это докажет, что наше мышление не гибкое, а мы стереотипны. Я не хочу с тобой разговаривать. Босс Чен, ситуация такая. Ты уже это одобрил и сообщил об этом инвестиционной компании. Да. Но я думаю, мысли Босса Ду тоже имеют смысл. Думаю, мы еще об этом подумаем. Какая часть ее мысли имеет смысл? Пока я буду выражать свое мнение, она будет выступать против. На этот раз это Джен Босси. Мне плевать, что ты думаешь. Я не хочу, чтобы не профи судил то да сё в компании весь день. Слышали?
Все это слышали? Значит, ты лично на меня нападаешь. Босс Ма, мы сейчас говорим о бизнесе. Прошу, перестань вести себя на эмоциях, ладно? Хорошо, сейчас подождите, стойте. Кажется, мы уже ушли от темы. Босс Лю и босс Ю, у вас есть мысли и идеи? Я думаю... Думаю, у обоих председателей есть смысл в мыслях, но принятие решения за боссом Ченем. Кому принадлежит? Нет, в смысле, вся компания играет с вами двумя в семейные игры? Послушай, если Джен Босси ничего не сделает и вновь создаст проблемы, ты будешь отвечать за последствия. Сами продолжайте заседание. Босс Ю, мне нужно поговорить с менеджером отдела. Идем ко мне в кабинет. Хорошо. Босс Чень, босс Ма очень заносчива. В чем дело? Он опять тебя разозлил? Пап, Чень Тяньхао часто говорил мне, что он все делает ради выхода компании на биржу. Но сейчас он позволил ничего не знающей женщине присоединиться к компании, и она лезет куда не нужно. Чин Тяньхао даже потакает ей. Вот-вот она прыгнет мне на голову, чтобы встать. Что стряслось? Я не хочу об этом говорить. Расскажи мне, и я помогу тебе проанализировать. Можешь избавить меня от этого? Это невыносимо неудобно. Ни за что. Доктор уже сказал, что ты скоро полностью поправишься. Прошу, потерпи еще чуть-чуть. Доктор действительно так сказал? Где у тебя болит? Но сначала убери это у меня. Мне не больно, а скучно. Сяо Хуэй, тетя, почему вы здесь? Проходите, присаживайтесь. Давай мне. Брат Сюй. Постойте. Пожалуйста, не называйте меня братом, просто Сюй. Еще у меня шея не поворачивается, так что я... Сюй-Сюй, помощница Ян. Здравствуйте. Мы пришли выразить свою признательность вам. Ребята, если бы вы не рискнули своей жизнью, чтобы спасти нас в тот день, нас бы здесь не было. Я правда не знаю, почему мы в тот день так себя вели. Как будто ссоры дома не хватило. Мы заставили себя стать объектом шуток для людей. Сейчас, думая об этом, я чувствую, что все эти годы жизни были напрасны. Ребята, даже такая молодежь, как вы, разумнее меня. Мам, перестань болтать. Мы в больнице, а не на рынке. У тебя рука так плотно завернута. Она в гипсе? Я очень сожалею об этом. Тетя, я в норме. Пока Сяо Хуэй и вы в безопасности, я спокоен. Это травма, пустяк. Мне так неудобно видеть тебя в таком состоянии. Это не должно было случиться. Тетя, прошу, не переживайте. Раз вы и Сяо Хуэй в порядке, то это не имеет значения. Я очень хочу быть к ней добра. Но моя дочь такая непослушная. Я ей все твержу и твержу, но она меня не слушает. Я уже не знаю, что с ней делать. Мам, мы дома договорились, что будем хорошо вести себя перед Босюем. Если хочешь меня отругать, делай это дома. Если продолжишь, я разозлюсь. Видите? Ты когда-нибудь видел, чтобы дочь так разговаривала со своей мамой? Брат Сюй, я слышала... Зовите меня Сюй-Сюй. Сюй-Сюй, я пришла умолять тебя сделать мне одолжение. Поможешь мне убедить ее учиться в школе? Она тебя слушает. Она еще так молода. Ей нельзя быть такой. Пожалуйста, замолчи. Босюй, у моей мамы не все в порядке с головой. Игнорируй ее. Вам с Джен-Джен нужно отдохнуть. Мы уходим. Эй, Сяохуэй, Сяохуэй. У тебя есть шанс прийти сюда. Давай ты останешься и поговоришь с Босюем. Тетя, давайте прогуляемся. Хорошо, поговорите. Пожалуйста, помоги мне ее убедить. Идем. Спасибо. Спасибо. Возьми это.
Бусюй, мне очень жаль. Должно быть тебе больно, да? Это все моя вина. Бусюй, у тебя такая теплая улыбка. Я буду твоей фанаткой до конца жизни. Я смотрел твои видео. Думаю, ты очень талантлива в танцах. Давно ты бросила школу? 1.5 года назад. Почти одновременно с твоей победой в шоу талантов. Значит, ты бросила школу, когда я дебютировал. Значит, главная причина этого я. Нет, ты здесь ни при чем. Вообще, я никогда не хотела ходить в школу. Я даже не знаю, что делать в школе. Я только хочу танцевать для тебя. У меня нет сил заниматься другими делами. Значит, это все равно из-за меня. Нет, нет. Босюй, ты не представляешь, как много для меня значишь. Я росла в неполной семье. Моя мама вспыльчивая. Каждый день она только и знает, что бить и ругать меня. Даже все люди в здании слышат, как она меня ругает. Иногда мне кажется, мое существование неуместно в этом мире. Но после встречи с тобой я поняла, ты мои силы. Ты силы, мотивирующие меня. Всякий раз, когда хочу сдаться, я думаю о том, как ты никогда не сдавался, несмотря на количество ненавидящих тебя людей. Тогда у меня больше нет причин сдаваться. Я хочу стать такой же, как и ты. Знаешь, как я очень надеюсь, чтобы моя мама была здесь. Надеюсь, моя мама сможет ругать меня и бить. Я хочу слышать мамин голос каждый день. Но ее здесь больше нет. Твоя мама все еще с тобой. Береги ее. Не забывай. Она твой единственный член семьи в этом мире. Возможно, иногда она не будет ласкова с тобой и будет говорить в жестокой форме. Но все, что она делает, ради твоего же блага. Тебе стоит научиться быть благодарной. Понимаешь? Почему мы говорим об этом? Если хочешь быть такой, как я, будь оптимистичной, счастливой и жизнерадостной девушкой. Надеюсь, у тебя будет своя мечта. Ты можешь стать счастливой и жизнерадостной, а не той, кто бросает школу. Тебе нужно вернуться в школу и хорошо учиться. Но у меня болит голова, когда я смотрю на учебники. Это правда головная боль. Зачем ты тогда сказала, что готова на все ради меня? Да, я готова. На все ради тебя. Я даже готова умереть ради тебя. Не говори о смерти так небрежно. Знаешь, как людям важно жить в этом мире? Ты осознаешь жизнь? На этой земле все занимаются разными делами и играют разные роли. У тебя свои дела. Просто такая возможность тебе еще не представилась. Прошу тебя, вернись в школу. Ты должна послушать меня. После окончания учебы ты осознаешь смысл своего существования. Поняла? Ты еще должна не только хорошо научиться танцевать, тебе еще нужно поступить в университет. Университет? Это невозможно. Ладно, ладно, перестань говорить. После этого, куда бы ты ни пошла, прошу, не говори, что я тебе нравлюсь. Нет, я... Не говори, что ты моя фанатка, ладно? И я не увижу тебя вновь. Бусюй, я... Я не вспомню ничему, чему меня раньше учил учитель. Я забыла все, что учила. Не будем об университете. Если ты приведешь меня в школу, я ничего не пойму. Почему ты раньше плохо училась? А? У меня для тебя есть одна фраза. Никогда не бывает поздно учиться или работать, если ты этого хочешь. У всего еще есть время, понимаешь? Да, я буду слушать все, что ты говоришь. Сделай все, что скажешь. Помни обо всем, что я тебе сказал. Поняла? Да, я все запомню. Если я тебе действительно нравлюсь. Да, ты мне нравишься, поэтому я все запомню. Я все запомню и сделаю все, что ты сказал. Ты такое неразумное дитя. Ты получила не только их деньги, но и их вещи. Из-за тебя Ян Джин Джэнь очень потратилась.
К тому же ты очень молода, чтобы пользоваться таким дорогим кремом для лица. Купила Налина из супермаркета, тебе и его хватит. Этим лучше пользоваться мне. Отдай. Я уже говорил, Ян Джейн настояла на том, чтобы отдать это нам. Видишь, билборды с брендом Ханху повсюду. Баси их представитель. Если мы будем пользоваться продуктами этого бренда, мы поддержим его. Да, ты права. Сяо Хуэй, Джин Боси такой хороший человек. Мама тоже хочет быть его фанаткой. Как называется его фандом? Си Джан? Правильно? Сюри. Отныне твоя мама будет фанаткой Си Джана. Джин Боси такой хороший. Он очень хороший мальчик. Он тратит деньги, чтобы субсидировать тебя на посещение дополнительных занятий. И даже нашел тебе репетитора. Это хорошо, потому что моей зарплаты не хватит, чтобы тебе обеспечить. Интересно, сколько добра мы сделали, повстречав такого благородного человека? Это похоже на выигрыш лотереи, верно? Ты так не считаешь, Сяо Хуэй? Пока ты можешь сосредоточиться на учебе и хорошо учиться. Неважно, поступишь ты в университет или нет, этого уже хватит, чтобы я была счастлива. Ни за что. Я пообещала Басю, так что я сделаю это. Правда? Ты хочешь поступить в университет? Если ты поступишь в университет, я буду очень счастлива. Что думаешь о Джин Басю? Я еще думаю. Не спеши. Мисс Ду вновь на тебя давит. Ты ее так боишься? Почему ты ее так боишься? Вы будете ссориться при каждой встрече друг с другом. Мне нелегко быть посередине. Можешь подумать обо мне? Босс Чэнь! Я зайду позже. Все нормально, входи. Что тут неловкого? Привет, босс Ма. У Джин Босюя опять новая статья. Проверяйте. Джин Босюй так хорош. Он тратит деньги, чтобы субсидировать тебя на посещение дополнительных занятий. И даже нашел тебе репетитора. Они стоят 500 или 600 юаней в час. Некоторые даже 1000 просят. Моя зарплата этого не позволяет. Интересно, сколько добра мы сделали, повстречав такого благородного человека? Босс Ма, вообще-то в компании меня больше всего раздражает Джен Басюй. Босс Чэнь это подтвердит. Мне пришлось загладить много неприятностей, которые он причинил. Он действительно меня раздражает. Но сейчас все изменилось. СМИ сделали репост и оставили комментарии под постом бесплатно. Сейчас он их ребенок. И это самое главное. Верно, босс Чэнь? Это правда, босс Май. Даже если босс Лю так сказал. Думаю, мы оставим Джен Басюя. Мы поработаем над этим идеальным имиджем айдола. И это поможет компании заработать много денег. Да. Хорошо, без проблем. Но с одним условием. Я буду лидером команды Джин Босюя. Ты... Думаю, тебе нужно набраться больше опыта. Можешь довериться моим способностям? Если ты позволишь мне управлять им. Во-первых, я верну его бизнес-ценность самым быстрым путем. Во-вторых, я новичок в компании. У меня нейтральная позиция. Значит, я не дам ему поблажки, верно? Я права? А, да. Хорошо. Попробуй. Какое совпадение? Мне только что звонили из компании и просили Джин Басюя сняться в их рекламном ролике. Ну? Мы скажем, что это босс Ма получила рекламу для него. Так может быть. Это наперед для построения с ним хороших отношений. Да. Как заботливо, ты все подготавливаешь. А ты приятный человек. Разве не ясно? Что за реклама? Не переживай. Она очень подходит Джин Басюю. Басюй, попробуй повернуть голову влево. И вправо. Отлично. Он очень хорош. Посмотрите, никаких проблем. Какая хорошая новость. Но прошу, послушай меня. Обычно восстановление перелома требует 100 дней, значит, ты не должен ходить. Даже если захочешь, ты не можешь ходить с костылем. Ты айдол. Нужно найти, на чем тебе сидеть. Мы подготовили для тебя отличную вещь. Ян Джен Джен, иди сюда. Толкай. Да-да-да-да-да, взгляни на это. Это отличная вещь. Глянь, глянь. Смотрите, у него абсолютно королевская осанка. Босс Ма, как удивительно, ты нашла подходящий товар Басюю. Встань, или ты повредишь его.
Это называется, если ты знаешь, что нужно не упустить шанс, успех, безусловно, пойдет за тобой. Опробуешь? Да, попробуй. Ребята, вы спятили? Почему вы вообще просите опробовать меня? Это инвалидное кресло. На себя посмотрите, вы что, раньше не видели инвалидного кресла? Если вам оно так нравится, пользуйтесь сами. Босюй, это твоя первая работа после возвращения популярности. Это для съемки рекламы инвалидной коляски. Я не буду. Разве я уже не говорил об этом? Обычно для восстановления перелома требуется 100 дней. Сколько дней прошло, а вы уже заставляете меня сниматься? Нет. Вы действительно так любите деньги? Это реклама для благотворительности. Выгода она не принесет. Для этого проекта мы в следующем месяце примем участие в мероприятии Международного благотворительного фонда NGO. Так что нам нужно закончить съемку в следующем месяце. Я не буду. Почему? Как я буду ее снимать? Я поговорила с клиентом. Тебе нужно только сделать пару снимков крупным планом. Мы приблизим и воспользуемся компьютерной графикой для остальных частей. Точно! Технологии в наше время очень удивительны. Я слышал, в наши дни актеры даже могут не ходить на площадку, чтобы сниматься. Они снимают себя в любом месте, а потом вставляют на задний план, верно? Ян Джинжинь сделает это. Она же изучала информатику, верно? Это нелегко. Даже если это легко сделать, я не дам себе этого сделать. Вы когда-нибудь задумывались, почему в нашем обществе столько дерьма? Причина в том, что вы сказали, я не буду делать эту работу. Я не позволю себе сниматься с больным телом ради выпуска такого хлам-товара. Это неэтичное поведение. Босси, ты рисковал жизнью ради спасения Сяо Хуэй и ее мамы. Еще ты помог ей вернуться в школу. Ты уже занимаешься благотворительностью. Сейчас ты ранен. Это подходящее время, когда тебе нужно инвалидное кресло. Тебе оно очень подходит, чтобы снять эту рекламу. Кто сказал, что я финансирую Джан Сяо Хуэй? Смотри-ка, ты такой скромный, да? Это хорошо, а хорошее скрывать нельзя. К тому же... мы занимаемся благотворительностью. И твоя репутация и популярность также высоки. Беспроигрышный вариант. Ах нет, это все выигрыш, да, Босма? Я хочу спать, прошу, уйдите. Я хочу спать. Боси, ситуация такова. Нашу рекламу покажет на мероприятии международной организации. Вся публика – известные мировые знаменитости, политики и звезды индустрии развлечений. Знаешь, сколько людей стремятся к этой возможности? И я сделала все возможное, чтобы получить ее для тебя. Это все ради твоего же блага. Во-первых... Разве я не говорил, что не хочу сниматься? Кто хочет сниматься, вперед! Не беспокойте меня! Я повторю еще раз! Хорошенько отдохни. Успокойся, отдохни. Слушайте, мне вообще не интересна реклама. Мне плевать, если у меня не будет рекламы или поддержки. Если я захочу, ко мне все равно придет много людей. Уходите. Хорошо, я заберу это. Мы поняли, отдыхай. Босма! Эй! Босма! 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 Как Джин Боси может быть таким неразумным? Для кого я это сделала? Для себя? Я добиваюсь для него возможности. Как он еще может говорить со мной в таком тоне? Ты абсолютно права. У этого чертового парня нет никакого уважения. Я из-за него страдаю. Но его чертово настроение очень быстро меняется от хорошего к плохому. Мы решим эту проблему, дай мне подумать. Если мы будем стоять на точке зрения Джин Босю, думаю, он не ошибается. Это показывает, что он очень ответственный. Тогда кто за меня понесет ответственность? Почему ты так разговариваешь с боссом Ма? Я попросил тебя прийти к убедительному собеседнику. Если реклама будет хорошо проделана, это будет хорошо для босса Ма, для нас и для всей компании. Неважно, каким методом ты воспользуешься, Джен Басюй должен сделать эту работу. Может, Ян Джен Джен попробует. Эй, босс Ма! Мама тоже хочет быть его фанаткой. Как называется его фандом? Си Джен? Верно? Смотри. Ты очень популярен среди женщин среднего возраста. Даже мама Джан Сяо Хуэй становится твоей фанаткой. Сейчас ты очень популярен. Почему ты не примешь эту благотворительную рекламу? Тебе не понять. Босс Ю только что отправила мне СМС. Босс Ю хочет, чтобы ты сделал эту работу. Если ты согласишься, они пожертвуют 1000 индивидуальных колясок в благотворительный фонд. Еще твое поведение – перебор. Это правда не за деньги. Мы не получим от этого проекта ни цента. Это только для благотворительности. Будет проект выполнен или нет, все зависит от тебя. Пожертвую 1000 инвалидных колясок? И без денег. Л.
Ладно, я скажу им. Это видео мне только что отправила Ян Джинь-Джинь. Она сказала, что Боси очень сговорчив во время съемок. Никаких двойных дублей. Он сам сделал всю съемку. Съемка прошла очень гладко. Когда Юй Хун предложила убедить Джин Боси, у меня не было никаких ожиданий. Он нас всех отругал, что тогда делать маленькой помощнице. Никогда не думала, что у них с Джин Боси такие хорошие отношения. Мне раньше тоже было интересно. Всех помощниц Джин Боси отчитывал. Разрешаю Ян Джинь-Джинь быть помощницей такого вспыльчивого человека, как он. Я правда думал, что она не продержится и два дня. Но время идет. Только она может контролировать Джин Боси. Правда? Похоже на то. Она действительно талантлива. Юй Нань сказал, что результат съемки инвалидного кресла Джин Босюя очень хорош. Когда отправят образец съемки, давай вместе посмотрим. Значит, твое окончательное решение оставить его? Это все благодаря твоей проницательности. Вообще-то у Джин Босюя много еще неизученных возможностей. Это изменило мое мнение о нем. Я привыкла думать, что он богатый парень, живущий в роскоши. Но на этот раз я не ожидала, что он прыгнет с высоты ради спасения людей. На самом деле, парень очень неплох. Он довольно целомудрен. Он просто не умеет общаться с другими людьми. Значит, мы нашли для него подходящую помощницу. Джин-Джинь очень хороший человек. Половина вклада в это дело идет к ней. В тот день мы все, Юй Хун, Сунь Юй Ци и я, говорили ей не вмешиваться в это дело. Но она нас не послушала и настояла на том, чтобы пойти туда. Думаю, для менеджера очень хорошо иметь собственный взгляд и чувство о правильном и неправильном. Я согласен. Босс Чэнь, босс До, вы меня искали? Джинь-Джинь, ты очень много работала в эти дни. Ты была так занята съемками Джин Босюэ. Это моя обязанность. Мы с боссом Ду хотим тебя поблагодарить. Каждый трудолюбивый сотрудник заслуживает вознаграждения. Вы устроите мне 10-дневную поездку в Европу? Значит, ты хочешь выбрать поиграть? Давай так. Когда вся работа будет выполнена, компания наградит тебя поездкой в Европу. Я пошутила. Пожалуйста, не воспринимайте это всерьез. Поездка в Европу не проблема, но не сейчас. Тебя ждет важное дело. Хорошо. Я обещаю выполнить задание. Ты будешь менеджером Джин Босюэ. Что скажешь? Что же? Ты стала моим менеджером. Мне просто повезло. Боюсь, ты опять все испортишь. Думаю, не подхожу на роль менеджера. Может, ты поговоришь с боссом Чинем? О чем поговорить? Что ты не можешь быть моим менеджером? Даже Сунь Юй Ци может быть моим менеджером. Считаешь себя хуже ее? Я не уверена. Я не знаю, как быть менеджером. Я поделюсь с тобой очень простым методом. Даже если не знаешь, делай вид, что знаешь. Это твой лучший навык, не так ли? Постепенно ты узнаешь это за притворством изо дня в день. Ты смеешься надо мной или стимулируешь меня? Юй Хун позвонила мне и сказала, что предложит мне новую помощницу, но... Я сразу же отверг ее. Но быть менеджером значит обсуждать проекты, иметь дело с рекламными компаниями и площадками. Боюсь, у меня нет времени о тебе заботиться. Ты сможешь. Я в тебя верю. Бери обе работы. Как вы себя чувствуете? Доктор, мне больно. Ладно, дайте мне взглянуть. Давайте, тише. Прошу, понежнее. Ай, больно! Дайте мне мячик. Сожмите его, и вы не почувствуете боли. Это... Дай мне свою руку. Будь нежнее. Все в порядке. Ваше выздоровление хорошо идет. Вы на стадии восстановления. Это значит, ваша травма начала заживать. Ваше состояние пока очень хорошее. Если я в хорошем состоянии, почему мне до сих пор больно? Это в порядке вещей. Уколы тоже всегда болезненны.
Конечно, с большой трещиной в кости вам будет больно. Это логично. Все нормально. Я дам вам обезболивающее, чтобы облегчить боль. Доктор, думаю, в ваших словах есть смысл. Поменяйте ему лекарство. Я с детства не люблю уколы в попу. Всякий раз, когда я их делал, я... Не кричите громко, ладно? Прошу, потерпите. Будет больно, да? Ладно, дай мне свою руку. Понежнее. Ты такая зануда! Потерпите. Я должна убедиться, что сломанная кость правильно расположена. Так что я буду очень осторожна. Ты чего кричишь? Я пациент! У меня рука скоро сломается. Упс, извини, я забыл, что сжал твою руку. Я... Все. Джен-Джен, поздравляю с повышением. Спасибо. Джен-Джен, поздравляю. Мы редко наблюдаем, чтобы помощник получал повышение до менеджера в этой области. А еще ты менеджер суперзвезды. Ты очень крутая. Да брось, я сомневаюсь в себе. Я даже не знаю, справлюсь я с этим или нет. Расслабься. Все, что нужно менеджеру, зарабатывать деньги, зарабатывать деньги. Ян Джен-Джен, поздравляю. Ты очень хорошо развиваешься. Не забудь угостить всех ужином, ладно? Джен-Джен действительно начала с самых низов. У нас совсем неплохая компания. Они ценят способности, а не происхождение. Они рассматривают происхождение тоже. Но эти люди долго не продерживаются. Джен-Джен все еще лучше. Поздравляю. Всем спасибо, но потом мне все равно будет нужна ваша помощь. Ты скромняшка. Я очень обожаю таких сотрудников, как Ян Джен-Джен. Способных, но скромных. Что сейчас? Еще не устала жить в холле? У тебя теперь есть собственный кабинет. Идем. Нет, здесь тоже хорошо. У тебя есть кабинет. И он VIP из VIP. Все ясно, со всеми наградами и наказаниями ты его заслуживаешь. Иди за мной. Ребята, вы только говорите умеете. Помогите перенести ее вещи. У вас нет чувств. Не беспокойся об этом, иди за мной, отпусти. Джен-Джен, оставь нас здесь работать. Замолчи. Лучше не завидуйте. Но мне придется здесь работать одной. Я не буду счастлива так, как в холле. Ладно, кладите вещи и возвращайтесь к работе. Хватит бить баклуши. Позже я угощу всех кофе. Спасибо, босс Лю. Спасибо, босс Лю. Взгляни на лицо Лю и Наня. Даже VIP из VIP?